Кандапурская ДРСУ будет содержать дороги Петрозаводска с июня по сентябрь. Заниматься уборкой смета и мусора, мелким ямочным ремонтом, покосом травы, профилированием грунтовых дорог, содержанием дорожных знаков. С 11 по 13 июня в Петрозаводске пройдет фестиваль добровольцев Карелии. Запланирована большая игра с элементами отработки навыков оказания первой помощи, мастерские по развитию компетенций и презентации проектов. Заявки принимают до 20 мая. Более 270 школьников из Карелии, дети от 10 до 17 лет, победители олимпиад и конкурсов отправятся в бесплатные путешествия в Санкт-Петербург, Псковскую область и по Золотому кольцу. На границе Карелии и Финляндии обнаружили двух иностранцев. За незаконный въезд и пребывание в пограничной зоне им грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. 50 карельских пожарных направляются в Тыву после ликвидации огня в Курганской области. Площадь лесных пожаров в этом регионе уже достигла 4 тысяч гектаров.